Два уровня осталось. Такая же прогулочка смелая. Брошенный синий завод. Такая форма. Можно на один из них подняться. Хотя не очень люблю это делать. Но раз я уже сегодня ходила по старинным крылечкам, мне уже не так страшно. Дорога, конечно, шикарная. Я пока что здесь задерживаться не буду. Это козел. Никакого неточности нет. О, тут даже решетки. Сюда не то что ходить нельзя, отсюда надо выходить было нельзя, не говоря уже о выезжать. Ну, в общем, надо будет в сторону велосипеда, я понимаю. И все сразу. Так, твои родственники здесь работают? Ты что-то образовали? Как патриоты? Потом дефолт. Потом еще что-нибудь. Потом все закрывают. И с
смысл. Ранее позже. Это просто не здоровье. В другую промзону я сегодня не пойду. О, архивные съемки. А вот это, кстати, может быть интересно. Могло бы быть. Если найти хоть одну целую. Сейчас нужно выбираться. Таких вот они перевозили что-то. Контейнер по железной дороге. Вот это зловещее место. Люк открытый. Сюда ни в коем случае ходить нельзя. Особенно детям. Еще один открытый люк. Да, тут много открытых люков. Лес на территории химзавода. Железная дорога. И я убираюсь к своему велосипеду.
Если он еще на месте, конечно.